Окей, Хьюстон, у нас здесь проблема. Повторите. Хьюстон, у нас проблема. С самого начала на него обрушились дурные предзнаменования и невезения. Все выглядит хорошо, ЦУП. За несколько лет до полета, когда корабль только строился, на нем был установлен поврежденный бак с жидким кислородом. Бак уронили на пол заводского цеха. Небольшой кусок металла помешал обычной процедуре удаления кислорода после рутинной проверки перед полетом. И вот в тот день перед полетом мы снова наполнили баллон жидким кислородом, и он стал бомбой отложенного действия. Экипаж Аполлона 13 желает всем приятного вечера, а мы готовы провести осмотр Водолея и вернуться для завершения вечера в Одиссее. Спокойной ночи. На самом деле это был конец рабочего дня, мы собирались лечь спать после того, как выполним задачи и приведем себя в порядок, а на следующее утро отправиться на лунную орбиту и подготовиться к посадке. И тут раздался сильный взрыв. Когда произошел взрыв, мы не знали, что случилось. Что-то просто пронеслось сквозь металлическую конструкцию. Хьюстон, у нас проблема. Я был в лунном модуле, а затем спустился в командный модуль. Возможно, у нас проблемы с приборами, ЦУП. Понял. Был довольно большой взрыв, включилась аварийная система. Мы начали осматривать приборные панели, и один из датчиков количества, один из баков, был на нуле. Это был бак, который взорвался. Затем я выглянул в окно и увидел вылетающий на большой скорости газообразный кислород, потому что взрыв произошел на первом, поврежденном баке, но при этом разорвало и второй бак. Просто снесло всю боковую часть космического корабля. Моим первым чувством было лишь болезненное ощущение в районе желудка, разочарование. Я знал, что на высадке можно ставить крест. С этого момента речь шла не о третьей высадке на Луну, а о том, как вернуться домой. Хорошо, я хочу, чтобы вы перепроверили мою арифметику, чтобы убедиться, что мы правильно выровняли курс. Да, слушаю, что с арифметикой? Ждите, проверяем. Нам было страшно до чертиков, и мы просто пытались наладить то, что, как мы знали, вышло из-под контроля. И каждая команда, которая приходила, влекла за собой новый набор проблем, которые нужно было решать. И они просто перешли в рабочий режим, они точно знали, что им нужно делать. Так, давайте все сохранять спокойствие, у нас все еще есть ЛМ, посадочный модуль, и он в порядке, так что если нам понадобится вернуться домой, у нас есть ЛМ, с помощью которого мы сможем выполнить большую часть задач. Одна из самых главных задач, которую пришлось решать в предсмертные минуты работы электрической системы командного модуля, заключалась в переносе системы навигации и передачи угловых координат с командного модуля на лунный. Чтобы сделать это, у нас было всего около 15 минут. Примерно через 20 минут после взрыва стало очевидно, что мы не собираемся совершать посадку на Луну, мы должны были ее облететь. Глен вовсю работал с ребятами, занимавшимися траекториями, и они составили 5 вариантов траектории возвращения на Землю. Мы бы просто промахнулись мимо Земли, если бы ничего не сделали. Так первым делом предстояло направить нас в нужную сторону, чтобы обогнуть Луну. Это был первый маневр, который мы совершили. Для него мы использовали посадочный двигатель. Двигатель, который предназначался для посадки на Луну. Каждый специалист без приказов двигался в нужном направлении самостоятельно. Все понимали, какая предстоит работа. Ребята-тренировщики притащили симуляторы, и команды постоянно крутились у симуляторов, проверяя каждое действие и движение. Они должны были... Каждое изменение, которое предлагалось для нас, сперва несколько раз прогонялось на симуляторах. В какой-то момент мы начали получать указания со всех сторон. В командном модуле было очень влажно. Повсюду была вода. Абсолютно везде, и в ЛМ тоже, ведь внутренних стенок там нет. Вода была на всех коннекторах, на аппаратуре, на датчиках. Куда ни взглянешь, шарик воды. А в командном модуле нам вообще пришлось достать полотенце, чтобы протереть панели и увидеть инструменты. Мы получили подтверждение от Джима Ловелла об отделении модуля на отметке в 138 часов. У корабля буквально отсутствовала целая боковая часть. Это точно? Окей, принято. Прощай, Водолей, и спасибо тебе. И теперь речь шла о том, чтобы заставить всех настроиться и сориентироваться на одну единственную задачу — вернуть команду домой. Необходима была командная работа. Когда что-то идет не так, как это исправить? Есть три вещи, которые были абсолютно необходимы. Грамотное руководство, инициатива и нестандартное мышление. Я больше всего горжусь тем, что был в этой команде, которая знала, что должна делать, и не сомневалась в себе ни минуты. Команда полностью справилась с тем, что ей нужно было сделать. Мы столкнулись с вызовом на выживание. И вот вы здесь. Мы справились.